Одни люди прикладывают неимоверные усилия, чтобы достичь цели, а у других без труда исполняются все желания. Судьба сама на блюдечке преподносит им даже больше желаемого. Кто эти люди, которые родились под счастливой звездой и определенным знаком зодиака? Назовем три самых фартовых знака зодиака, которые обречены прожить безбедную, яркую и насыщенную позитивными эмоциями жизнь. Дева. Жизнерадостных представителей этого знака зодиака сложно обидеть, даже если очень захотеть, то вряд ли получится. Девы являются одним из тех знаков зодиака, которые не боятся преодолевать любые трудности. При этом еще и могут построить хитрый план, обойдя играючи все проблемы и препятствия. Девы по жизни являются неисправимыми оптимистами и, безусловно, притягивают в свою жизнь таких же ярких и жизнерадостных людей. Даже если в жизни дев происходят неудачи и наступает черная полоса, они смотрят на этот опыт как полезный и учитывают его в будущем. Девы действительно родились под счастливой звездой. Представители этого знака зодиака отличаются крепким здоровьем, умеют и любят работать и привлекают к себе удачу. Телец. Тельцам не нужно дополнительно украшать свою жизнь оберегами и талисманами. Они сами вполне могут стать для кого-то живым талисманом. Тельцы являются одними из самых удачливых знаков зодиака, которым фартит везде и во всем. При этом тельцы не зазнаются и спокойно воспринимают свою везучесть в жизни, как само собой разумеющееся. Тельцы любят помогать другим, кому везет в жизни не так много. Рядом с тельцами близкие и их друзья всегда ощущают себя в безопасности. Любой момент жизни тельцы без труда могут превратить в волшебную и красивую историю. Овен. Кого-кого, а овнов можно поздравить от души. Овны являются именно тем знаком зодиака, который, несмотря на весь авантюризм, умеет верно и своевременно выбрать правильный путь, где их поджидают успех и удача. Овны не боятся рисковать, они любят знакомиться с новыми людьми. Овны не боятся жизненных трудностей и с радостью бросаются в бой. Они точно знают, что у них в итоге все получится, ведь они везде выходят неизменными победителями. Овны – настоящие счастливчики. Любые промахи в жизни легко сходят им с рук. Судьба любит овнов и щедро одаривает их всеми благами. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Мы уверены, что благодаря звездам можно правильно сориентироваться в жизни и не допустить многих ошибок, ведь не зря же нам даны эти подсказки. Пишите в комментариях о своих наблюдениях, ставьте лайки и будем двигаться дальше. В мире еще столько интересного!